Всем привет, с вами Юля. Сегодня у нас суббота, 18 ноября. Уже и ноябрь месяц подходит к концу, а я не снимала видеоотчеты за октябрь. Уже вот ноябрь, уже середина. В этом году вообще я мало снимаю. Наверное, каждое видео мое начинается вот с таких слов. И иногда я подумываю закрыть канал, но потом все-таки меня что-то останавливает, наверное, по большей части мои подписчики, которые со мной много лет и периодически мне пишут и как-то меня возвращают в рукодельную тему. Год у меня сложный, у меня много работы, плюс у меня личные проблемы, которые я на канале не хочу озвучивать, ну, по крайней мере, сейчас. И, наверное, знаете, нужна пауза. И канал я долго веду, все-таки вышивать интенсивно 10 лет, это непросто. Каналу 10 лет, чуть-чуть больше. Нет, 10 лет, да, ровно 10 лет примерно. Поэтому, наверное, нужен какой-то отдых, чтобы собраться силами. Вот, сейчас вышиваю совсем немножко, просто в свое удовольствие. Когда-никогда, по чуть-чуть вышивая, продвигая процессы. Поэтому и, в общем-то, и показывать даже нечего. Вот. Ну и дни у меня очень заполнены. В последние 2 недели мы ездим в нашу деревню. Может быть, вам ставлю какие-то там отрывки видео. Дом у нас там стоял закрытый несколько лет. Мы редко-редко туда приезжаем, потому что, ну, далековато. Центральная Греция, ехать нам с Афин примерно 4 часа. Вот, пока доедешь. Ну, если ехать на выходные, туда-сюда уже обратно ехать, нужно вот таскать эти сумки. Все с собой нужно, продукты, все везти. В общем, по организации непростое занятие. Вот, а это мы поехали, потому что дом стоял закрытый. И, ну, какие-то там произошли у нас вещи, которые нужно подремонтировать. Где-то что-то потекло, хотим кухню поменять. Ну, в общем, решили дом довести до ума. Он у нас практически там весь отремонтирован. За исключением кладовки, кухни, ну там ванны нужно подремонтировать бачки. Мы уже плитку менять не будем, а вот как-то так, такой ремонт косметический, скажем так. Вот, ну это тоже занимает, знаете, много энергии. Хотя я с собой беру в деревню вышивку. И, кстати, у меня там отлично продвинулся моя дорожка Хардангер. Я вам чуть попозже покажу. Вот, ну вот как-то так, знаете, вымотаешься, сумки туда-сюда, вещи, стирка, готовка. И потом просто вот что-то снять, даже видео, знаете, как-то, ну, очень тяжело настроиться. Может быть, мне нужно какую-нибудь игру включить, чтобы как-то себя немножко встрепенуть, оживить, я немножко настроить на какой-то позитив, а то я в этом году вообще, если честно, подуныла. Вот, небольшое такое вступление, чтобы вы понимали мое состояние, почему, что да как. Вот, канал решила не трогать, оставить так, как есть, потому что все-таки смотрят, заходят девочки, находят новые меня подписчики, я всем очень рада, добро пожаловать. Вот, может быть, пройдет у меня этот кризис, и я снова буду вышивать, поэтому все соцсети у меня работают. Единственное, у меня в Фейсбуке недавно произошла очень такая страшная, я бы сказала, вещь. Мой личный аккаунт привязан к рабочей странице Фейсбука, где я давала рекламу для, ну, для нашей работы. И представляете, я хоть вроде бы аккуратный человек, очень внимательно все эти вещи просматриваю, попалась я на мошенников, нажала этот линк, они присылают рассылки, очень так хитро прислали, как от Фейсбука, прям вот все, подтвердите ваши данные. К тому же у нас это часто происходит, так как активность большая, страница, реклама. Часто Facebook сам по себе просит всегда подтвердить данные. И я думала, это очередная проверка. Меня 100 раз уже блокировали, но как не дают доступ, нужно ввести свой паспорт, все данные, пройти проверку, что да, да, это я. Вот, и я подумала, что это очередная такая проверка. Нажала, вроде бы подтвердила все свои данные. И хоп, мою страницу украли. Я уж не знаю, что там публиковали, потому что, когда я разблокировала, мне пришли там от Фейсбука такие страшные вещи, что на моей странице размещали. Мне, конечно, очень страшно. Я написала сообщение в Фейсбуке, пост с извинением, если кто-то что-то видел. Я не знаю, что там было от меня. Вот. Ну, будем надеяться, что ничего там особо страшного не делали с моей страницей. Ну, был вот такой факт, и да, воспользовались нашим рекламным аккаунтом, там тоже накрутили
приличную сумму. Хорошо, что у меня все привязано к PayPal, и ну, с PayPal было легче, с меня не списали какие-то деньги. А так эти мошенники от нашего рекламного аккаунта накрутили очень-очень большие суммы за рекламу. И вот потом я спрашивала людей, кто занимается профессионально Фейсбуком, сказали, что да, они вот так и работают, они взламывают любые аккаунты, ищут там карты. Мы знаем, что карты обычно высвечиваются 3-4 номера. В картах высвечиваются последние 4 цифры, и вроде бы эти данными нельзя воспользоваться, но, как мне сказали, что хакеры тоже развиваются, и они научились распознавать и все данные карты, и поэтому на Фейсбуке взламывают страницы просто очень масштабно, чтобы заполучить данные, воспользоваться карточками, воспользоваться даже рекламными аккаунтами, запускают свою рекламу, вот эту вот разную мельтешащую в Фейсбуке. Ну вот, такая у меня была история, конечно, стрессовая, потому что ты открываешь PayPal, смотришь, а там такие суммы списываются. Вот, пришлось закрыть все банки, потом идти опять все это открывать. Это карты, это, знаете, это, ну, прям, ой, очень тяжелая работа. Сидеть, ждать в очереди, открывать, закрывать, писать всем в PayPal. Вот PayPal у меня теперь под вопросом, потому что я не знаю, что мне теперь с ним делать. Скорее всего, я им пользоваться пока больше не буду. Дальше будет видно. У нас к тому же вводят какие-то странные налоги на рекламу в Facebook. То есть это еще дополнительный головняк. Если хочешь там размещать рекламу, то еще нужно что-то там платить. Ну, в общем, у нас очень много разных таких постоянных изменений, налоговых, каких-то еще законодательств, которые нам спокойно жить не дают. Вот, все вам рассказала практически очень быстро, самые-самые главные жизненные события. Ну, я вам положила вышивку в кадр, чтобы вы могли пока полюбоваться яркими красками. Скоро-скоро Новый год, а у нас, кстати, лето не уходит, у нас до сих пор жарко, 20-23 градуса, очень солнечно и нет ветра, и поэтому очень-очень жарко. Может быть, 20 градусов, но какая-то, знаете, сырость, либо северный ветер, и ну, не так жарко у нас. Вот с сентября месяца до сих пор стоит вот эта жара, мы в футболках. Бывает, оденешь какую-то с длинным рукавом кофту, с утра кажется прохладно, думаешь, ну вот она, зима. А потом раз к 12 уже 23 градуса, уже жарко. Мы даже в октябре, не 29 октября был день рождения, мы ездили в Лутраке здесь рядом и купались в море. Была вот такая жара, что и вода теплая, море было, мы купались. Первый раз я купалась на свой день рождения в море. Ну, иногда у природы бывают такие свои изменения. Вот поэтому в этом году у нас очень-очень жарко. Так, ну теперь, наверное, все, да? Поехали о вышивке. Вышивки у меня, кстати, немного. Ну, что есть, покажу. Просто немножко с вами так побеседуем, поконтактируем. Вот, у меня в процессе из последнего видео я работала над ангелом Рождества Dimensions. Знаете, подсела я на этих ангелов. Они как-то вот затягивают. Я раньше думала, зачем вот мне вышивать этих ангелов, как-то не видела в них для себя какой-то необходимости, да, красивая вышивка, но вот как-то я не впечатлялась ими, чтобы взять и вышивать. Вот, но видите, так скажешь на YouTube, он такой тоже непростой, потом то, что скажешь, вроде бы нет-нет-нет, потом начинается да-да-да, или, ну, все наоборот. Вот. И у меня, я заразилась этими ангелами, купила, вышила одного, и у меня пошла болезнь, ну не болезнь, но просто вот, знаете, приятно иметь процесс с одним ангелом и его вышивать. Они очень интересно вышиваются, красиво, конечно же, получается. И вот этот ангел, это у нас обычная коллекция, не Gold, но он действительно, девочки, такой шикарный. Я вот прям рекомендую, если вы еще можете найти набор, хотя есть и схема, можете приобрести по схеме, ничего страшного. Приобретайте недорогой, но очень эффектный этот ангелочек. Напомню, что размер будет 35 на 40 сантиметров, вышивается на Аиде 18 аккаунта. Такой кремовый цвет, номер набора 8436.
Выпущен был в 93-м году. Обалдеть, просто шикарно. 93-й год, вот я читаю вам все данные. Рождественская коллекция, вот он этот веночек. И вот такой вот будет красивый ангелочек. У меня долго были смятения, менять основу на равномерку или не менять, потому что, знаете, ну вот есть у нас такая тенденция на YouTube менять на равномерку, и такие разные основы, крашеные, всякие, очень интересные. Я тоже долго думала, смотрела, смотрела, потом мне кто-то прислал, по-моему, свою вышивку на Аиде, и я посмотрела, что все хорошо, да все замечательно. И вот даже девочки кто-то снимал видео, может быть, освещение было немножко усиленное, и прям вот этой Аиды вообще не было видно. Я прям присматривалась, Аида не Аида, не видно. Вот с расстояния не видно, Аида не Аида. И тоже походила, посмотрела по своим вышивкам. Ну вот мелкий каунт, он, в общем-то, не бросается в глаза. И вышивать на Аиде мне приятно. Я поняла, что мне Аида очень нравится, она комфортная. Ну, может быть, потому что сейчас вышиваю мало, вечером уставшая. На Аиде, конечно же, это намного легче вышивать, чем на равномерке. Глаза не так быстро устают. Поэтому я решила оставить Аиду. Вот, когда начала? В этом году начала, по-моему, в январе. Да, я уже не буду доставать все свои записи. По-моему, в январе чуть-чуть вышила, отложила. И вот так вот делаю иногда подходы. В этот раз у меня было запланировано вышить половину. Ну, по крестикам почти половина. Вот половина, по-моему, у меня вот где-то вот здесь, вот так. Может быть, чуть-чуть я не дошила, чтобы у меня была ровно половина. Ну, по схеме, да, но я думаю, что вот по рисунку видите, что все-таки большая часть по крестикам у меня вышита, да, вот как-то вот так если брать, я прям молодец все-таки. Единственное, что у меня здесь нет бэкстича и других отделочных стежков, я вначале бэкстич вышила, даже сделала выкладную нить, где было возможно, вот видите, простите, коучинг, не выкладную, коучинг, кординг, запуталась. Вот, немножко выполнила этих стежков, конечно, смотрится просто, ну, действительно празднично. Так и должен быть рождественский ангел, быть очень праздничным, ярким. Такая юбка красивая. Вот. И, видите, я вам показываю крестики. Здесь все крестиком вышивается. Единственное, будут отделочные стежки. Вот здесь голубь, видите, он беленький, серенький, моего даже не видно. И веточку отнесет, а потом, конечно же, все это будет очень-очень красиво украшено. Вот эти все ленты, здесь будет и коучинг, и золотой ниткой, французские узелки, много всего интересного. Вот видите, бубенчики разные. Очень мне нравится вот клетка. Клетка очень изящная, хотя, конечно, она и очень кропотливая, потому что, ну, крестики вышиваются блендом 15360, по-моему, если не ошибаюсь, с золотой. Такой классический бленд у Dimensions, очень красивый. Вот. А вот тут вот цветочки, вот здесь, конечно, было часто смена нитки. Ну, так, кропотливо. Не могу сказать, что прям там что-то непосильное, ну, просто кропотливо. Я не очень люблю такие участки, потому что, ну, хочется взять нитку, ее и вышить, да, вот просто насладиться, вот как она идет, так ее и вышивать. Вот, ну, такие участки, они тоже нужны, должны быть для того, чтобы придавать какую-то красоту, изящество для нашей вышивки. Вот, у меня была цель, значит, дошить до половины, ну, скажем, условно, половина, пусть бы без бэкстича отделочных стежков. Вот, вышиваю без разметки, тоже мне доставляет сложности, я теряюсь, потому что я всегда смотрю какой-то YouTube, что-то смотрю, и вот это один глаз туда, один глаз сюда, оно, знаете, периодически случаются какие-то смещения, потом нужно распарывать, высчитывать, но решила не делать разметку, потому что маркеры эти на самом деле спустя какое-то время они проявляются, поэтому работа у меня, видите, такой процесс не быстрый, поэтому я решила уж, ну, как-нибудь потихоньку, но без маркера. Нитками разметку делать тоже не хочу, мне лень. Ну, не очень сложная схема, не очень сложная. Это просто я так вот теряюсь. А так все это посильно, все это можно вышивать. Вот, работа у меня сейчас отложенная, потому что у меня примерно 9 процессов, может быть, 10, не знаю. Буду вам где-то вставлять какие-то картинки.
Эти процессы у меня, наверное, вам вставлю, наверное, этот коллаж у меня есть с Инстаграма, где я показала, над какими процессами я работаю. Вот. Эти работы у меня все поначинались в различных стартах. Летние, апрельские. Вот за всю мою историю YouTube я периодически делала вот такие старты, поначинашки. Поначинаешь по кусочку и откладываются. И также у меня есть периодически старты, ну, такие полноценные, когда я что-то купила, и мне хочется это начать сразу вышивать, либо у меня вдохновение что-то открыть и вышивать. Вот поэтому это все накопилось, да, я вышиваю не так быстро. Накопились те старты, накопились мои вообще процессы, и теперь с ними что-то нужно делать. Даже список не буду доставать. У меня их там, не знаю, уже штук 40, может быть, этих начатышей. Хотя можно сделать видео такое, знаете, не для слабонервных. Достать все, перебрать, разобрать. Вот почему не для слабонервных? Сейчас, конечно, не удивишь кучей начатышей. У большинства рукодельниц на YouTube там и 50, и 100, и разные суммы. Но я просто сама для себя не люблю мятые тряпки. Вот даже когда кто-то показывает прям сильно мятые, мне прям плакать хочется. Вот. И свои тоже не люблю. Поэтому для меня, конечно, такой-то процесс болезни, но, может быть, нужно это сделать, переболеть, достать их, разобрать, постирать, может быть, что-то с ними сделать. Потому что я их сложила, все процессы, как они были, в большой мешок, и убрала далеко-далеко в шкаф. Может быть, это надо сделать, переписать, какой-то план составить. Ну, подумаю, если будет время, можно будет этим заняться. Вот. Ну, а пока я выбрала себе какие-то процессы, которые более-менее я могу вышивать, отобрала их, и они у меня поближе лежат. Я вот их как-то стараюсь чередовать. Достаю то один, делаю какое-то продвижение значимое, видимое, то другое. Вот. Ну, так как вышиваю мало, опять же, они у меня меняются, ротация там 2-3 недели, ну, достаточно такая большая, не 2-3 дня. Вот. Поэтому не все даже, наверное, я их и повышивала. Мне нужно до конца года еще хоть пару процессов взять, продвинуть. Вот. Но этот ангел у меня откладывается, по крайней мере, может быть, до января. Посмотрим по настроению. В этом году я их вышивала. В следующем году, может быть, у меня другая ротация, но я думаю, что этого я дошью. И его оставить просто невозможно от него оторваться, как он красивый. Вот этот ангел. И хочу вам показать мои вышитые также ангелы от Dimensions. У меня парочку есть. Покажу вам. Ну, вы видели, конечно. Ну, давайте немножко. Сейчас скоро праздники, поэтому я думаю, что в тему. Кстати, задумалась я, хочу купить картон, пивной картон. И оформить мои новогодние, ну, зимние, не новогодние, зимние работы, вот как ангелов, к примеру, да. Оформлять сейчас не хочу, потому что, во-первых, дорого, во-вторых, вешать мне некуда. Ставить, хранить тоже некуда. У меня дом оказался заполненный. У меня квартира маленькая, но вещей очень оказалось много накопилось, особенно вышивки. И где-то еще хранить картины я, наверное, места уже не найду. Но порадоваться этим работам очень хочется. И поэтому я подумала, а почему бы мне не оформить их просто на пивной картон, натянуть аккуратно и просто их расставить, либо развесить у себя в комнате, либо расставить здесь на комоде. Просто полюбоваться, порадоваться вот в зимний период вот этой красотой. Ну, посмотрите, какой красивый ангел, какая она шикарная. Мне так нравилась ее шуба. Она сейчас мне очень нравится, просто великолепная. Очень красивая рыжая девушка, ангел. Вообще, если брать ангелов, то ангелы и носят по Библии, то это всегда мужчины. Ну, а мы, люди, любим все самое красивое, поэтому здесь девочки. Вот, музыкальный инструмент и вот такая шикарная юбка и шуба. Посмотрите, какие украшения в этой шубке. Бисер, золотые, лейзи дейзи. Очень много украшений. Вышивалась тоже на ура. Видите, на Аиде, на родной, и я не пожалела. Хорошо держится на этой основе. И, ну, все красиво. Вот поэтому я хочу поискать. Я здесь у нас, кстати, никогда не видела картон, чтобы он был ну, беленький, такой хороший, плотный. Хочу спросить, может быть, на заказ, как так его раздобыть. И
Надо постараться найти время, их натянуть, расставить, развесить. И буду любоваться этими ангелами. У меня их пока два. Но у меня есть еще другие зимние дизайны вышитые. Вот. И вот такой еще. Это у нас ангел элегантности. А это, я не помню, ангельская музыка, по-моему. Так, позвонил муж. Уже говорит, он ездил по делам. Вернулся, говорит, поехали на работу. Ну, выпросил у него 15 минут. Хотя, конечно, в 15 минут, наверное, я не уложусь. Ну, буду стараться поскорее вам все показать, рассказать. Так, это у нас ангел музыки. Да, музыка. Или ангельская мелодия, я уже не помню. Буду вставлять тоже название, находить. Вот, этот ангел тоже вышивался у меня на ура. Очень легко, очень интересно. Хотя у меня здесь были какие-то ошибки. Я его и в дороге вышивала, и в деревню брала. Но тем не менее. Ангел потрясающий. Здесь шикарные бленды с золотом, посмотрите. Красивые бордюры. И этот ангел мне так нравится, я его хочу оформить. Ну, хотя бы в картон. Хотя бы в картон, чтобы он мне постоял. Очень мне нравится этот ангелочек. Здесь классная композиция. Тоже красивое лицо. Музыкальный инструмент. Крылышки. Бэкстич. Все как надо. Все как у Dimensions. Потрясающе, да. Вот так вышивая Dimensions, в него влюбляешься все больше и больше. Невозможно оторваться. Класс. Красивая юбка. Вот. Это мои вышитые. И есть у меня парочку наборов. И есть у меня парочку схем. Ну, схемы дело наживное. Их можно накачать много, но у меня две такие конкретные. Вот. И парочку наборов у меня еще вот такой. Это уже не рождественский, так как вот эти три у меня рождественские. А это просто ангел сновидений, как он называется. Celestial Angel. Вот. Очень тоже красивый ангелочек. Может, просто другая тематика, не рождественский. Видите, здесь то ли звезда, то ли в руках жемчужина. Что у нас здесь? Также есть кординг. Видите, вот эти кисточки будут интересные. Я за ним гонялась. Мне просто вот как-то повезло его приобрести, этого ангелочка. Очень красивые волосы. Здесь тоже, видите, рыженькая. И он упакован. Вот так просто упаковка. И здесь у нас Аида Дав Грей. Нитки в пучке. Это старенький тоже набор. Классический. Вот так. Размер 30 на 43. По-моему, здесь тоже Аида у нас должна быть 16-го, если это Дав Грей, если я не ошибаюсь. Так, не вижу. 93-й год тоже выпуск. Так, да, 16-й каунт, вот видел, 16-й каунт Аида Дав Грей, да. Номер набора 3755. Вот, надеюсь, что в следующем году его начну. Вот его хочу вышить, этого ангела, эту девушку. Очень красиво, потрясающе. Вот, и еще один у меня есть рождественский. Видите, сколько рождественских? Ну, вообще в Америке очень любят тему Рождества и Нового года, Рождество точнее. Поэтому там у них много у Dimensions на эту тему наборов. Успеваю только вышивать. Вот. Значит, покупала я это ангел Рождества, что-то тоже такое. Вот покупала давно, мне повезло купить вместе вот этого ангела. И какого я еще купила ангела? Ну, вот этого вместе, если не ошибаюсь. Я уже могу перепутать. Вот данные набора, номер 8480. И посмотрите, мне здесь этот набор понравился своей богатыми украшениями. Красивый орнамент, голуби, этот астролист, красивые слова. Смотрите, какой красивый ангел тоже, юбка. Здесь, как называется этот музыкальный инструмент, гусли, что ли? Нет, не гусли. Ну, какой-то интересный музыкальный инструмент, трубы. Крылышки, там луна. Вот очень красивая картина будет. Насыщенная, есть что вышивать и по оформлению. Класс. Вот, здорово. Здесь открытый, но все вроде бы на месте.
Все вроде бы на месте в этом наборе. Вот они нитки. Даже не буду вытаскивать. Аида 18 аккаунта. Буду вышивать на родной. Нитки в пучки. Видите? Так вот. Ну, класс. Это я уже не знаю. Это уже, наверное, на 25 год. В 24 году, я надеюсь, я возьмусь за вот этого ангелочка. И потом вот этот. Ну, видите, мы рукодельницы, или я, наверное, такая, что я не могу. У меня всегда мечты бегут впереди меня. Хочется что-то запланировать, как-то помечтать. Вот. Ну, это, с другой стороны, придает нам силы и вдохновление на новые свершения. Вот два набора. И еще я сказала, у меня две схемы. Я уже тащить не буду планшет. Там у меня, ну, наверное, ставлю картинки. Постараюсь найти ангел с двумя, большой ангел в красном, с двумя маленькими. И еще музыкальный ангел. Вот. Ну, это уже так. Схема — это уже так. Главное вышить наборы. Потом уже посмотрим, что у нас по схеме получается. Вот. Так, ну что, давайте перейдем к следующему процессу. Следующий процесс, только снятый со станка. Покупка этого года, очень удачная. Мне давно нравился этот павлин, но он очень редкий. Найти его тоже, знаете, ну, если прям сильно искать и есть финансы, то можно найти. А так вот, конечно, непросто. Но мне повезло, я его приобрела. Как только получила, сразу стала начинать, стала вышивать. Размер работы 30 на 41 сантиметр. Аида 14 аккаунта. Номер набора 35110. Вот такой вот величественный павлин. Вот он, шикарный. Разработка Лена Лю. Да. Итак, что у нас здесь с павлином? Вышивается на Аиде 14 аккаунта. Вышивается очень-очень классно, легко, просто. И, ну, это процесс для отдыха. Я его очень-очень полюбила. У меня в начале лета было вышито, ну, летом была вышита вот эта часть. Выполнен здесь и также и бэкстич, и французские узелки. Вот. Потом я его отложила. Долго-долго у меня лежал. И вот снова к нему вернулась. Вышила вот эту часть. Почти половина. Вот здесь у меня половина. Вот чуть-чуть не хватило мне здесь дошить. Это я вчера уже шила-шила. Но, знаете, не стала засиживаться, ну, за полночь. Думаю, ладно, маленький кусочек. Не так-то уж критично. Потом дошью. К тому же, что мне здесь нужно будет также сделать бэкстич. Начиная с хвоста, вот снизу, и потом уже нужно будет дальше-дальше все это выполнять. И у меня получается, что мой ангел там вышит наполовину без бэкстича. Вот эта работа наполовину без бэкстича. И еще у меня одна есть, тоже вышиваю, и бэкстич не делала. И получится так, что в следующем кругу, когда я к ним вернусь, мне придется начинать именно с бэкстича все эти работы. Ну, ничего страшного, у меня есть работы, которые вышиваются вообще без бэкстича, можно будет как-то между ними делать ротацию. Ну вот так, дименшенсы, они всегда с бэкстичем. Он, конечно, здесь легкий, но просто тоже, знаете, нужно будет поработать. Закрепиться, вот так закрепляться и открепляться. Открепляться, закреплять просто на нитку. Видите, вот такими вот стежочки делать. Но кропотливо. Думала вышивать на равномерке, начала, много вышила, прям такой хороший кусок, мне ничего-то не понравилось, и я вернулась к своей Аиде. Наверное, просто я ее полюбила, к ней привыкла, поэтому Аида для меня вот так вот под углом, как красиво, какие краски, да, потрясающе. Очень мне нравится этот павлин. Много здесь полукреста, 4 в 5 сложений, вот это все полукрест. Я люблю, когда вышивается вот так у Dimensions, так, где-то крест, где-то полукрест, вот такое вот полотно идет, гладенькое. Это, ну, большое удовольствие вышить большой кусок, вот половину работы, да, и увидишь вот это отшитое полотно, пусть еще не завершенный участок, но тем не менее очень красиво, очень
приятно и потрогать эти крестики, и вообще любоваться. И люблю даже вот когда есть припаркованные ниточки, что видно, что это процесс потрясающий. Кстати, нужно будет сегодня пофотографировать мои работы. Надо будет все оставить и уже после работы хотя бы пофотографировать, а то я поубираю все и так все потом забуду вам показать фотографии. Вот, кстати, в соцсетях я выкладываю периодически фотографии, что у меня есть, какие новости я показываю. Вот, ну, по этому процессу мне, в общем-то, сказать больше нечего. Он у меня был на станке, и по вечерам я по чуть-чуть его вышивала, потихоньку. Вот вчера села, дошила здесь фон, а здесь вот мне уже сил не хватило. Буду откладывать, так как уже сняла со станка всю этот процесс, ну, сколько смог повышивался, сколько досталось ему, и буду менять процесс. Мы потом посмотрим, какой процесс я поставлю на станок, подумаем вместе, хотя я уже склоняюсь к одному. Ну, давайте досмотрим, что у меня еще, и потом вернемся к процессам. Вот, павлинчик у меня тоже откладывается. Так, следующий процесс — это Фредерик, литератор. Этот набор мне подарила Виктория уже очень-очень давно, когда я еще вышивала свою Мэгги и Макса. Он все лежал, ждал своей очереди. Думаю, ну как же мне добраться и начать его вышивать? И в каких-то стартах я его начала, вышла какой-то кусочек. Опять отложился этот дизайн. Потом я его забрала на работу. Там что-то пыталась вышивать, какие-то дела продвижения. Вот. И на работе такие дизайны сложно вышиваются, когда иглы паркуешь и все остальное. Вот. Потом забрала домой, он лежал долго. Я думаю, ну что же он у меня лежит? Лежит и мучается. И, точнее, я его мучаю туда-сюда, туда-сюда. Работа маленькая. Вот. И стала потихоньку его брать и вышивать. Ну, процесс очень легкий. Это простая серия. Здесь только крест и бэкстич. Поэтому вышивается очень легко, тем более крест здесь, ну, практически такие сплошные участки нужно вышивать. Берешь на пару дней, и действительно видны продвижения. Очень-очень легкий процесс, но несмотря на это, он очень, этот дизайн красивый. Вот все-таки работы, дизайны, сделанные по Чарльзу Высоцкому, у них есть какой-то такой свой шарм, который вот даже с годами не проходит. Я выкладывала фотографию этого дизайна в соцсети. Знаете, вот несмотря на то, что, ну, его уже вышивали, уже столько раз вышивали, все повышивали, он набрал очень много лайков, сердечек, откликов. Котик, как вот, вот он такой красивый, он такой классный, что можно им любоваться, и я думаю, он будет еще и долго вышиваться, этот дизайн. Ну, классика, можно сказать, классика. Конечно, мне сейчас камера чудит, показывает основу то фиолетовой, то черной. Я надеюсь, что при обработке картинка будет соответствующая. Но сейчас вот я вижу то фиолетовый цвет, такой виноградный, то синий. Чудит у меня мой телефон. На телефон снимаю по-быстрому, потому что если начну камеры и все остальное, то я, наверное, так и не соберусь снять видео. Муж пьет кофе, уже ждет меня на работу, говорит, поехали. Я говорю, когда у меня пенсия? Он говорит, ну, лет через 30-40 уже будет пенсия. Шутка, конечно. Работу мы свою любим, но хочется как-то и времени свободного побольше. Но такая вот ситуация, что приходится иногда работать и в субботу, и в воскресенье. Ну, зато летом у меня больше свободного времени, а зима у меня больше рабочая. Ну, ладно, я вот так вот как-то отвлекаюсь от темы. Котик. Давайте посмотрим, рассмотрим этого чудесного, прекрасного, пушистенького котика. У меня вот эти котики вот такой окраски, все Васи, потому что у меня был в детстве такой кот, я его очень любила. Вот, поэтому, когда вижу вот таких котов, у меня не все Василии. Шикарный кот. Тут, конечно, библиотека очень интересная. Нужно будет посидеть, почитать, разобраться в названиях этих книг. Постарался Чарльз и придумал очень прекрасные, интересные, такие смешные названия. Вот. Ну, а здесь, это у меня часть была вышита, да, вернемся. А вот эту часть я уже взяла и вышиваю в этом году, скажем так. Ну, продвинулась работа, да, без бэкстича. Вот.
Но, тем не менее, есть продвижение, можно сказать, в целом процентов 30 у меня выше, потому что 35, где-то так, потому что тут нет бэкстича, и половина работы у меня вот где-то здесь. Видите, до половины я еще не дошила. Поэтому я говорю, что где-то 30-35%. Вот, здесь половина, работа вообще маленькая, размер, сейчас подсмотрю. Так, где размер в сантиметрах? А, 30 на 28. Да, 30 на 28. Вот тут там, размер с рамкой. 30 на 28 сантиметров. Такая небольшая работа. Недавно тоже Виктория показывала свою такую работу вышитую, уже оформленную. Ну, потрясающе смотрится в оформлении. Просто шикарно. Просто великолепно. Поэтому, ну, я чуть-чуть повышивала. Этот процесс очень удобно брать с собой в деревню, потому что здесь легкий дизайн, и ну там по вечерам можно что-то повышивать, продвинуть. Хотя, конечно, в деревне сильно не навышиваешься. Мы редко туда приезжаем. Мы как только приезжаем, нас как углядят соседи, сразу начинаются гости. Деревня у нас, так вот немножко вам расскажу, в центральной Греции, но в горном районе. Не совсем высоко в горах, 500 метров над уровнем моря, но старая деревня. Жители там есть, но мало. В основном это как дома, получается, родителей, ну, как, допустим, родители моего мужа, да, вот того поколения, которые просто сейчас мы их поддерживаем в хорошем состоянии. У кого есть возможность, восстанавливают, ремонтируют, делают хороший дом, куда можно приезжать на лето, там в августе, либо еще на какие-то дни. Вот. У кого нет возможности, так стоят. Ну, 50% деревни, конечно, держат свои дома, стараются о них заботиться, приезжать на праздники на большие стараются. А местное население это в основном уже пенсионеры, которые уже наработались, вернулись в свою любимую деревню. У нас очень там красиво, у нас там рядом большое озеро. Ну, все говорят, как Швейцария местная, горы, елки, звери разные, озеро. Очень-очень красиво. Вот, так, что еще? Да, есть у меня еще пару процессов, и будем завершать. Так, следующий процесс, с которым у меня не сложились отношения. Сама не знаю почему, наверное, по моей же глупости. Купила я парочку вот таких игрушек. Это старый Dimensions. Какого года? Сейчас надо усмотреть быстренько. 98-го года, да, Dimensions. Размер игрушки 22 сантиметра в высоту. Вот такой вот тигрик волшебный, потрясающий. Вот. Ну и как только я получила эти игрушки, мне сразу, знаете, загорелось в одном месте, сами понимаете, и захотелось вышивать. Ну и я у девочек спросила, на какой основе мне вышивать. И мне, конечно, больше писали, что вышивать нужно на равномерке бежевого цвета. Так, где равномерка? Ну, вот такая этот процесс, вот такая же у меня равномерка. Вот. Скорее всего, были правы. Но мне в тот момент показалась эта равномерка очень темная. Писали, вышивай наиди. С другой стороны, говорят, наиди собирать сложно. Вот она, ида оригинальная с набора. Вот такой кусок. Вот он. 14-го аккаунта. Кстати, Аида мягкая, очень хорошая основа. Может быть, нужно не морочить себе голову уже, знаете, и вышить на Аиде. В общем, я долго думала и никак не могла определиться, на какой основе. Положила вот белое на белое, знаете, так нитки хорошо смотрятся. И думаю, не, на белое, чтобы вот такая игрушка яркая была, чтобы прям вот вообще. Вот, стала вышивать, вышивать, но потом, вот когда довышивала, думаю, что Юля, зря ты это сделала. Вот точно зря. Очень белоснежный цвет. И как-то, знаете, не, ну тоже симпатично, но вот что-то оно потерялось, я не знаю. И меня обломало. Меня обломало, я вот теперь не знаю, что мне делать. То ли взять на бежевое, но бежевое все-таки она потемнее, чем вот оригинал. Посмотрите, да? На темно-бежевое это прям вот такая вот молочная. Красить основу, но это тоже нужно время заморочиться, подобрать оттенок, чтобы правильно покрасить. У меня-то опыта особо нет. Да, я представляю, как можно покрасить, но не знаю. И вот я теперь, знаете, у меня
Меня обломало, я не знаю, что мне делать с этим процессом. То ли вышить, нитки есть там, мне всего хватит. То ли вышить на равномерке, она вот такой, на бежевой. Вот. То ли на родное иди и не морочиться. Кстати, недавно видела у кого-то из девочек видео, показывали эти игрушки на иди. Шикарно смотрится, вообще даже как бы никаких проблем. Что там дырочки какие-то, очень красиво смотрятся, форму хорошо держат. Ну, конечно, и равномерку можно проклеить этим. Будет хорошо держать. В общем, я не знаю. Понимаете? Я теперь не знаю. Надо мне вышивать, наверное, все процессы по наборам, и чтобы я даже себе не морочила голову, как, что, зачем. Вот теперь не могу решиться, определиться, что мне делать. То ли вышивать на иди, то ли эту довышивать, то ли эту покрасить, то ли на равномерке. Прям вот не знаю. У меня первый раз такой, знаете, момент, когда вообще не могу определиться, что мне нужно, какую основу выбрать. Может, то ли эту покрасить. Ну, сложно будет потом красить. Может, на все-таки на иди. И все, не морочить себе голову. Ох, напишите мне что-нибудь. Напишите мне что-нибудь, что мне делать. Напишите что-нибудь, спасите. Девочки, спасите, помогите. Я не могу определиться. Вот, понимаете, какая разница? Небо и земля. Это беж, это сливочного цвета. Это у меня белоснежная. Может быть, надо было действительно на бежевое вышивать. Что вы думаете? Ваше мнение? Может, все-таки на иди. В общем, процесс у меня интересный, но, к сожалению, получился неудачный, потому что я тут перемудрила. Перемудрила чересчур. И что мы будем с этим делать? Не знаю. Вот у меня еще одна игрушка лежит. Все-таки, наверное, надо вышивать на иди, чтобы они были одинаковые и не морочить ни себе, ни вам голову, а уже их взять и сшить. Какие они классные. Такие, ох. Это задничек вот этого тигрика. Очень красивая тоже основа. Мне вам показывала. Конечно же, показывала. Так. Вот. Жду ваших комментариев по поводу советов по поводу этих игрушек. Очень они мне нужны. Честно-честно. Вот. А дальше я... А что мне осталось вам показать? А, ну мне осталось вам показать дорожку. Сейчас мне нужно все собрать, наверное, ее расстелить, чтобы вы увидели весь масштаб. Итак, моя дорожка. Снимаю с руки, потому что по-другому не подобраться. Комод большой, 1,5 метра. И вот на этот комод я делаю вторую дорожку. Первая у меня была в вышивке, а это здесь у меня с хардангером. Значит, какие изменения по дорожке? Может быть, вот так показать лучше, нет, не видно. Значит, здесь я отрезала уже кусок основы. У меня здесь чуть-чуть побольше было. Я отрезала, чтобы мне было удобнее. У меня сошелся, так сказать, круг, потому что некоторые девочки переживали, что я вот так вот вышиваю. А круг может не сойтись, да? Вот я показываю, что у меня круг везде сошелся. Вот, все, состыковалось. Значит, половина работы у меня уже отажурена. Показываю. Уже здесь есть ажур. А половина, конечно же, нет. Но, несмотря на то, что как бы это счетная гладь, у меня здесь тоже произошла ошибка. И мне пришлось много выпарывать. Это, кстати, было у меня в деревне. Видите, здесь вот такой вот еще орнамент есть. Не хитрый, простой. Я когда его вышивала, он у меня с одной стороны не сошелся. Я стала искать ошибку, считать. Нашла парочку ошибок. Видите, вот на простом очень часто и очень легко сделать ошибку, потому что, ну, как бы не сильно там проверяешься. Вроде бы все просто, идешь, вышиваешь. Вот, и где-то я пропустила один стежок у меня. Вот на вот этих вот переходах не отцентровался, произошло смещение. Вот. И вот эти вот квадратики, они как-то, ну, по схеме не точно у них там расписано, как их делать. Я немножко их делала по наитию. Главное, чтобы вот эти вот центральные у меня носики сошлись, да, вот здесь по счету. Но, тем не менее, где-то вот здесь, выводя, да, выравнивая
строчку, я тоже сместила, и у меня пошло смещение. В итоге у меня на один стежок потом вот не сошлось. Мне пришлось распустить вот полностью вот этот ряд. Это, конечно, было... День вышивала, день распускала, вот честно вам скажу. Кажется, что простой стежок, но объем-то 1,5 метра, поэтому день вышивала, день распускала. Но все, я уже нашла ошибку. Вот я уже состыковываю. Вот здесь у меня идет состыкование. Так, вот тут, да. Вот эти вот квадратики здесь, они очень сложные. Ну, я их высчитывала и буду сейчас состыковывать. Потом нужно будет здесь дошить вот эту вторую строчку и там вверху. И все. И я начинаю ажурить. Вот всю эту сторону. Работы, конечно, здесь много. Эту дорожку я шью уже год. Ну, не целый, прям год каждый день. Но в течение года я беру периодически и работаю. Много работы, но я стараюсь. Потихонечку у меня улучшается качество вот этих вот вырезаний. Меньше становится пеньков. Я немножко уже приноровилась. Ну, первые у меня были... больше пеньков, потому что страшно резать, честно вам скажу. Ну, потихонечку уже идет техника, нарабатывается. И где-то я уголок уже, по-моему, отрезала. Сейчас вот он. Попробовать, а то я вышиваю, уголок еще не пробовала отрезать. Вот, я уже попробовала вырезать, но тоже не под самый край, страшновато. И сделала отступ, видите, здесь немножко бахрома. Нужно будет поближе к краю. Вот так резать, и аккуратненько-аккуратненько все это будет вырезаться. И будет у меня вот такая вот дорожка. Знаете, хардангером я заболела, мне это очень-очень нравится, и я буду брать код по дорожке. Ну, как эту завершу, возьму следующую. У меня уже есть идея дизайна, цветовая гамма. Пока я ее вышиваю, я думаю о следующем дизайне. Материалы пока не покупаю, а то, знаете... Покупать мы умеем. Вот. Такие вот у меня здесь новости. Конечно, работы здесь еще очень много. Но будет вещь, конечно. Я моей первой дорожкой пользуюсь. Очень мне нравится. И мужу нравится. Это, конечно, здорово, когда есть именно прикладная вышивка. Вот поэтому я в этом году больше к прикладной склоняюсь. Да и вообще, картин у меня много, а вот такие вещи прикладные, это, конечно, на года, на всю жизнь. Даже не просто на года, на всю жизнь. Вот такой вот дизайн. Выбирала простой дизайн, чтобы, ну, это была выполнимая работа, не на 10 лет. Следующая дорожка будет у меня посложнее, честно вам скажу. Уже я хочу заморочиться. Уже у меня подобран рисунок, будет работы много. Вот, ну пусть не на год, на два, но я все равно вышью потихоньку. Вот. Такие новости. Итак, это те мои процессы, которые у меня вышивались, ну, скажем, за последние 1,5 месяца. Они у меня откладываются, но вот эти три откладываются. Хардангер у меня постоянно, периодически в работе. И... наверное, сегодня вечером, уже я не успеваю, нужно сейчас ехать на работу, вечером досниму, покажу, какой процесс я буду вышивать следующий. И также у меня на работе есть небольшой процессик, ну, скорее всего, прям там я досниму, тоже вам как-то с руки покажу, что я там вышиваю, и все, на этом все. Дальше посмотрим по настроению и по возможности. Буду рада всем вашим комментариям. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч и, конечно же, всем пока-пока. Хочу показать вам дерево инжира. Обычно они растут небольшой группой. Вот здесь вот несколько деревьев, и еще за ними несколько. Мы едем сейчас к лошадкам. Проезжали мимо и смотрим инжир. Дерево очень богато, инжира много. Мы полакомились, немножко сорвали, покушали. Покажу, как он растет. Так, смотрите, вот этот зелененький, это еще не спелый. Инжир должен быть потемнеть, должен стать таким вот темно-синим. Видите, вот как слива, вот он. Вот. Инжира очень много, дерево большое. Мы с Костей еле-еле объелись. Вот. И
рядом такое дерево, инжир. Деревья эти очень мощные, у них мощная корневая система, поэтому им никакая засуха ни почем. И вот столько здесь инжира. Видно, его собирают, приезжают, собирают, потому что здесь крупного уже нет, остался в основном мелкий. Вот инжиринка созревает, она еще не дозрела, но уже можно есть. В принципе, даже такой. И вот наверху много. Ну, наверху там не достать. Вот такое вот инжирное дерево.